Николай Девайс Риц. Самый яркий игрок датского коллектива «Астралис». Родился в небольшом портовом городке Вайле. С детства проявлял интерес к спорту, это заметили родители, и в 4 года записали сына в секцию бадминтона, где молодой Девайс достаточно неплохо себя проявлял. Однако состояться в этом виде спорта ему так и не было суждено, ведь в его жизнь ворвался Counter-Strike. На мировой сцене Девайс засветился не так давно, в 2013 году. А вот причислять Рица к категории талантов начали всего год назад, когда признавали самым полезным игроком на всех 4 международных турнирах, где его команда становилась чемпионом. Астралис до сих пор не выиграли ни одного мейджора, хотя 3 добирались до полуфинала. Дефицит опыта и уверенности, скорее всего, имел решающее значение. Турнир в Коламбусе — это еще одна возможность для Девайса и его тиммейтов все же прыгнуть выше головы.